Анина пятерка, папе двойка. Ладно, давай. Не оценивай, а. Так, там. Сюда. Я-то не плакала. Молодец. Смелая Даша. За это получила вкусняшку. Коктейль молочный, да? Такой я. Я? А ты за свои я не получила вкусняшку. Почему? Потому. Почему? Знаешь, Полин, почему? Нет. Потому что у тебя совести нет. Есть. Где у тебя совесть? Вот где твоя совесть? Да, ловушка. На ухе совесть. Вот, а должна быть вот здесь, в груди. Понимаешь? Вот здесь. Да. Ну что, если у тебя точно на ухе пока? А мы сегодня будем опасить. Сейчас очень много людей зайдет. Поэтому сидите. Лер, сядь, пожалуйста. Так, вы сейчас будете вчетвером играть, мы пойдем на лекцию. Мамочка, а мы будем играть в профессию? Да. Олигарх? Я не знаю, что там будет что-то интересное. Вы самостоятельно? Я знаю, что люблю рулить, я буду рулить. Я тоже буду рулить. И я буду рулить. А потом я пойду учителем, дизайнером. Я не знаю, что там будет, Саня, потом. А я была олигархом. Я в разные профессии. Я тоже. Все. Мы, в общем, приехали на метро в детский мир, потому что у Марка у нас танцор. Там в бассейне. А вообще ты находишься за часами основными. Блин. Там бассейн сделали. Паровозик будет ездить. Вот Китбург. Пойдемте. Больница здесь. Вот, видите? Да, я туда пойду. Ого, бедные эти, они сами. Ой, там даже горки есть. Пойдемте. Пойдем туда купаться. Посмотрим. Сень, ты чё? А, наверное, внутри все будет. Центр труда есть, видите? Мы пойдем. Нельзя еще ходить. Хорошо, мы вон когда ходят. Зелененький. Класс. А тебе сколько лет? Пять. Милочка. Так, а тебе сколько? Двадцать. Так, давай-ка тебе тоже. Да, их здесь селетним можно отправить. Это вот здесь селетним будет интересно. Вместе? Да. Тогда синий. Да, лучше синий, если мы вдвоем будет интереснее. А девчонки, если у нас синий, то все-таки сразу. Хорошо. Я ребенок. Я хочу кепку. Так, Полина, стоять. Ну, съешься. Что-нибудь маленькое. Дашенька, вот давайте нам, может быть, да, давайте две. Что-нибудь маленькое. Вот, на. Ну, бери, что хочешь. Нет. Бабушка, он бабушка есть, бабушка все скажет.
Дядя, дай твой гамбургер попробовать. Блин. Я в салонке. Ну, кусай, вкусно. Мам, это что такое? Ты уже сегодня съела конфетку целую. Пластилина. Да? Марципан. Мороженое. Михаил, знаете, как это? Я съела. Там пирожное внутри. Ты хочешь с нами на автомобиле кататься? Пока. Мы подождем. Ты пока кушаешь? Нет. А знаете что? Вы остаетесь с Матвеем, а потом подойдете к нам. Сейчас дожуют свои фляжки. Дети, вы готовы? Да, капитан. Ты что? Лерочка, все, иди. Заберите этого мальчика занудливого. Дожи вообще никогда и никак. Да в 1.5-2 года можно ребенку запросто давать специальные детские ножи, которому будет сидеть, нарезать вам яйца в салат и очень радоваться, что он помогает, что он может быть полезен. А, не говоря уже о том, что даже с позиции этикета, да, в 1.5-2 года можно давать детские ножи. Полиция. Ой! Полиции служит. Ну-ка. Что ты там делаешь? Ладно, не будем мешать, пойдем. А он видит нас? Нет, видит. Ладно, все, пойдем. Смущается. Полиция. Ну, он бы полицай. Да. Никого. Вот это для совсем маленьких, тут никого. Ну, надо пчелку искать. Да, значит, мы еще там не были. А кто в Там с этой девочкой ходила. О, Дашка, Дашка, Дашка. Да. Дашенька, а ты кто? Я? Виктория. Пират? Ах, ты разбойник! Я пойду наверх! Давай, давай. Спасательный жилет у нее. Пиратка. Что, дочь? Дашенька, я здесь. Мы здесь. Это команда. Хорошо, давай. Пока. Пока. Сколько денег заработал? 20. Куда пойдешь работать? Идем. В общем, она ушла с пчелкой, да? Ну, да, с пчелкой она ее приведет. Вот с этой не где девочка, уже возит другая. Ну, где-то, значит, шарохает. Сейчас мы у нее спросим. А вот здесь Соня Роза, нет ее? Там маленький, сейчас посмотрю, салон. Ты будешь обучаться водить? Давай, удачи, я дочь. Я тоже хочу. Ну ты масенький еще водить. Дашка сдает на права. Полина мешает сдать на права Даши. Даш, ты на права будешь сдавать, да? Давай, удачи. Потом обязательно звоните на права. Но это не сейчас.
Подождите, где-то здесь возможно. Хорошо. Совсем не постановлено. Молодец, Даша. Молодец. Спасибо, скажи. Отлично! Ну а теперь, друзья, ваши аплодисменты для Виктории! Отлично! Ну а теперь, друзья, все равно даже вечером на Юкиша отпустили тебе ручками, ручками сделали себе вечерний ужин. Это у меня плава. Это у меня глава. Скорее, клюкаемся. Видишь, какие? Ну что ж, она мне будет. Федор, садитесь. Начинается. А их сразу выдавали? Главное, я достаю надо пройти. Из карманчика волшебные вафли. Прически делать, а вам здесь это платите что-то или как? Или да. Сами по себе? По себе сама, да? Мне очень. Сколько? Арсений ушел рисовать. Откиньте меня, дырка. Тебе еще раньше. Виноват. Ванда идет. Мне кажется, под тебе скучно будет. Поэтому я похожу полуженную. Еще один. Говорю, не ходи, детям сказала положено. Где ж ты теперь положено? Да. Девочка спадки хочет, Ванька. Арсений мое пальто надел. Арсений. Удобно? Зеленый плащ удобно? Черный плащ. Там ничего не взять на эти деньги. Там по тысяче. А? Да, там по тысяче по-хорошему. А ты вот как зарабатывала? Расскажи. Мы идем к машине. Я права в следующий раз, да. Да, надо было как на правах. Прикольно, но да? Я сдавала? Не успела, потому что все стояли. Вот когда Даша сдавала, там вообще никого не было. Бля, все вообще. А что в фирме занято? Так тебе надо смотреть было по времени. Какая погодка классная. Уважаемые москвичи, гости столицы, не пропустите. Оригинально.
сейчас придем. Машинку я тебя посажу, и ты ляжешь спать. Иди. Девочка. Девочка, ты устала? Посмотри на маму, девочка. Дай ручку, маме. Поем, а мне это не найду. Мои сладенькие деточки уснули. Колу. Какую колу, Марк? Ну, у меня все уже лето сегодня. Тоже встань! Нам подарили подарок. Сейчас покажу, что это. Вот такая штука. Здесь это... лежат. Карандашики. Вот смотрите, можно порисовать. А. Это дерево. Да, по пальцам. Сейчас я тебе кое-что попробую. Раз, да. Два, три. Молодец. Теперь назад. Свали. А теперь назад свали. Давай, назад. Раз, два, три. Опа, 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 опа. А перевесила же. Кривая. Опа, перевесила. И поешь вкусняшка. И поешь вот так. Вот. Даша, а у тебя что за акробатика? Лего. А что ты сразу воешь-то, Дашуня? Раз, два, три. Мама, сюда. Не дожала. Раз, два, три. Так, Лера, все. Кольцо. Иди сюда. Лучше ко мне. Два, три, четыре, пять. Мама, смотри, мама. Полина, иди сюда. А, Полина, иди сюда. Мама. Иди сюда. Мама. А. Полина, иди сюда. Лео, иди к бабушке. Иди опять с собой так говорить. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Давай, показывай. Дальше. Это я молодец. Уже левая показала. Так? Это не ты придумала. Встаешь? Раз, два, три. Показать еще раз. Хватит уже, Лер. Я получу. Раз, я покажу. Одна, сними. Сейчас, Даша, дойди. Раз, два, три. Ставь сразу туда. Я тебе получу. Да, блин, хватит уже о еде думать.